Всегда. Потому что хана от Пугачева и всем этим Долиным просто. Дорогу молодым. Она просто не даст им возможности больше выходить на сцену. Ты потрясающий! Как ты это делаешь, а? А у тебя и голос, и глаза, и фигура, и все. А как тебе досталось? От хороших родителей, да? Ты умница, просто потрясающая. Спасибо. Потрясающая, фантастика. Спасибо. Я прошу поднять оценки. Сейчас жюри. Безусловно, высший балл получает Юрия. Ты живешь в Черкасе, да? Да. Было бы здорово, если бы... Вот, я думаю, что не один такой же номер, да? Не один. Вот, ну, может, какие-то еще постановишь. Но вот очень круто, потому что отработан сейчас. Я тебе, как говорит человек, закончивший театральный институт, ну, ты точно пятерка в любом доброжелательном жюри. Вот, ну, правда, знаешь, нельзя тебя не оценить как-то по-другому. И прямо ты всегда рули в эту сторону. И я на твоем месте уже сейчас очень важен репертуар свой. Да, вот у тебя есть... Эти кавера здорово, а вот свои песенки где-нибудь, какой-нибудь точке хорошей, Черкасов, Дворец культуры или какой-то детский творческий центр обязательно к Новому году. Надо ставить свое сольное выступление, благодарным всем людям, которые тебя оценили, правда. Ну, Борис Каримович, знаешь, сколько видел людей? И то, что он сейчас говорит, он правду говорит тебе, он констатирует реальность. Это не комплименты, не какие-то там авансы, это просто ты крутая. Вот и все, да, правда, и все. Надо ехать в этом направлении на поезде, на самолете, на аэроплане, на чем угодно. Красавица, молодец. Я хочу тебе сказать, вот у меня воспитанники, закончили уже щеку, ГИТИС, здесь ученик, который работает, учится в Италии, на вокальном консерватории там в Италии. Ты понимаешь, вот я смотрела сейчас на тебя и хочу сказать тебе, мне кажется, нужно идти на кастинг в мюзикл. Да. Ты потрясающая, да, ты очень глубокая, ты замечательная. Сейчас очень много детских мюзиклов. Да. Вот, поэтому посмотри, пожалуйста, про мониторь. Это в интернете, где вот есть вакансии. И прям посылай себя однозначно. Да. Я вот уже тебя тут выслала. Вот, потому что ты очень классная, ты очень клевая. Молодец. И очень чувственная. И ты знаешь, ты искренняя. Очень искренняя. Поэтому мой респект. Никогда в жизни не сомневайся, кем тебе надо быть. Вот тебе надо быть кем сейчас на сегодня. Не поварихой, не стюардессой, не бизнес-вумен. Тебе нужно быть вот здесь. Это точно твое место, 100%. Красавица, молодец. Спасибо большое. Спасибо. Гаврилова Юлия, ваши аплодисменты. Если помощь нужна будет тебе по жизни, вот запомни нас, членов жюри, расстреляем всех ради тебя. За тебя точно. Все, Юля, пиши, звони, обращайся.